Гербарий, пластилин, краски и немного гипса. Это все, что понадобится, чтобы создать свой барельеф с природными мотивами. Химчане окунулись в мир искусства на тематическом мастер-классе. Жителям городского округа объяснили азы работы с пластичными материалами и научили основам лепки. Финаль работы наша будет приблизительно вот так. Не только раскрашена. Почему не показываю раскрашенную? Когда показываешь раскрашенную, начинают копировать. А я хочу, чтобы каждый из вас создал свое произведение маленькое, своими руками. Урок провела опытный педагог Галина Попова в школе номер 1. Подробную информацию о мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.